Привет, друг, с тобой Эван. Мы на GTA 5 RP, как бы это странно ни звучало. Сервер Downtown, самый первый сервер. Мы продолжаем здесь играть, и эта серия... Что произошло с моим аккаунтом за 2 года? Уаааа! Поэтому, если тебе интересно, присаживайся подобненько, то что-то покушать, и мы начинаем. Последнее место. Не, давайте на аренду ТС, потому что я могу быть в какой-то жопе без автомобиля, без ТС, так что лучше на аренду заспамимся. Как же после РПГ сервера странно заходить на РП? Кого-то уже прижали за то, что он в маске ходит. Чего происходит, не знаю. Короче, спаун один и тот же, который был еще в 2020 году, если не ошибаюсь, когда я играл вот... 2 ролика вылетело, как мы здесь играли, снимали. Они, конечно, не особо зашли, но да ладно. В принципе, все то же. Сразу вижу плюс по сравнению со смотрой, что оптимизация прям норм. У меня не пропадают текстуры. Это прям лайк. Что же мы будем делать? Сегодня посмотрим, как же изменился сервер. Кстати, зиму еще сюда не добавили. Очень странно. Очень странно. Ну ладно. Посмотрим, сколько у меня на балансе банка. И посмотрим, что у меня вообще осталось. Если осталось. А знаешь что? Телефончик. Какой-то неон появился. Это что такое? Я что-то нажал и теперь ее закрыть не могу. Лотерея, гонки, стритрейсер. Не, это все интересно. Так. Мне интересно MySim. Ага, вот такой. 44 бакса у меня есть. Нормально. А реклама, госновости, банк. Бля, 0 долларов на банке. Очень плохо. Очень плохо. Арена, радио, авто. Настройки. Фух. А то я уже думал, что у меня нету никакого автомобиля. Так, у меня на штрафстоянке стоит мой Oracle XS. Конечно, на фотке это новый Oracle, а у меня старый. Окей, тогда давайте доберемся как-то до штрафстоянки, посмотреть контракты, что такое, смс-ки. Как здесь сразу много функционала по сравнению с нашим серваком. Да ладно, мопед могу взять? Не могу, понял. Не могу. Двой. Вас не отключает эта машина. Но это не машина, а мопед. Ну да ладно. Моя старая память мне подсказывает, что где-то здесь NPC должен стоять. Но я тебя не видел. К сожалению, нет задания. А, понял, это задание. Значит, мопеда вон там дальше. Да, здорово. Фагио 100 баксов. Ну да ладно. Не хочу идти пешком. Мне кажется, блять. Что здесь адекватнее Раптор решил смотреть, я отвечаю. Что я хотел сказать? Ебать, смарт полетел. Классно заходить. Если вы играете долго на одном сервере, там, не обязательно смотреть на каком-то Majestic, либо GTA 5 RP, то очень классно заходить на другие серверы и менять обстановку. И смотреть на что-то новое, либо на те же самые функции, которые реализованы по-другому. Это очень прикольно. И все-таки мне очень нравится на GTA 5 RP из-за того, что здесь текстуры не пропадают. Там какая-то... Да, блядь, ну можно ездить и не сбивать? Это же РП-сервер, я могу же ментов вызвать, и жопа ему будет. Ладно, оставляем мопед. Надеюсь, мне там по 100 баксов не будет списываться. Здорово. 350 уже? А раньше не сотка же была? Или 350 тоже было? А можно нормально заспать машину? За что? Кто здесь этот сталион поставил? Давай. Толкай. Да я не буду днище сегодня варить. Нормальные пороги. Масло не течет, зашибись. Все, давай, переворачивай. Опа, сигналочка на базу. И F. О, бомба. Капец, конечно, тачка вообще не валит нихера. Но стиль пип... Ну блин, ну за что? Ну за что 300 баксов заплатил, чтобы мне ее разбили? Ладно. Мы ж не будем в таком плохом состоянии ездить. Поехали. Бизнесом моим привет. Поехали сейчас в ближайшую починку и починим данный автомобиль. Почему у меня тачка матовая, не? Так, я хочу ее просто... Может, я просто выйду? И она починится? Ебой! Взломал. Пошли посмотрим, что у меня здесь стоит по тюнингу. 25 тысяч или нет? Нет, давай 25 тысяч. Или да, или нет. Ну, давай заедем, посмотрим, ладно. Все равно же давно не были здесь. Внешние модификации, внутренние, турбо, двигатель. А у меня этого все вроде не... 22 тысячи за движок? У меня вроде только турбо стоит. Карта. А, платить карту. Думаю, карта, да, контурная. С географией в школе. Ладно, это херня в брачном агентстве. Понимаю. Я надеюсь, меня не набьют, если я вот заеду кому-то домой. Вот кто здесь живет, например. Картель Гваманис. Неправильно прочитал ник, но и пофиг. Оракл, это автомобиль. Сколько я его брал? За 80 тысяч или 100 тысяч он новый стоит? Сейчас посмотрим. Так, значит, номерки. Ого, номерки сегодня поедем покрутим. 990 НГУ, нормально, в принципе. G. Что я могу сделать? Открыть капот, закрыть, сесть. На разные места. Удобно. Заправка, документы, продать. Почему могу продать? 28 тысяч. Понял. Прочее, повесить, снять, чинить.
толкать. Блин, это очень классно. Особенно, когда не хватает там пару метров до заправки. Ты просто берешь и толкаешь. Это лайк, это прям то, чего не хватает. Значит что, давайте посмотрим на документы. Значит, Тони Рисай, владелец. Это я первый владелец. 71 километр всего лишь накатал. Это штрих-код какой-то. Вин 20000 Oracle XS. В принципе, много информации нету. Багажник. Ага, нихера у нас в багажнике нет, зато у меня есть в инвентаре джинсы, футболка, ключи от какого-то автомобиля. Переименовать можно. Это, наверное, еще с другом ездил, и он мне дал копию ключей. Здесь можно же давать копию ключей. Казачьи. Вот, нормально. Хотя, мне кажется, я сейчас очень тупо сделал, потому что там номера были написаны. Ну да ладно, пофиг. Во-первых, надо заехать 24/7, потому что у меня чел сейчас сдохнет от холода, хотел сказать, от голода. Да подожди, ну куда на своих Rolls-Royce? Пона покупает себе. Давай, еще догони мне. Нет, не будет. Знаешь что, мы приехали в ближайшие 24/7. Давайте заглушим. А как закрыть машину? На пятерочку, наверное. А, на G и закрыть, да? Бля, как это понтово сигналка? Прям очень понтово. Че ты тарелку жрешь? Блять, как говорить? А че ты тарелку ешь? Вкусная очень. Понял. Так, F2, курсор, здесь помощь меня, это неинтересно. Так, значит, давай поедим. 15%, 25 тысяч. Сколько стоит еда? Так, это настроение, это 240 баксов за пиццу. Ладно, ну мы сразу хорошо наедимся пиццу. А, он, наверное, тоже пиццу ел. Сахар, вино. 3600? Сигареты. Давайте сигареты попробуем. Раньше их вроде не было, когда я играл. Канистр, ремонтный баллончик, фонарик, молоток, прочие бинты, боди-камера. Я хочу зонтик. И пофиг, что он 1500. Ладно, скупились, нормально. Ты все-таки РП-шный сервер, это очень интересно, очень прикольно. Да, реально тарелка вкусная. И давай еще сигаретку. О. Не, вот это херня для превьюшки чисто. И зонтик, мне интересно. Взять в руки. Блин, ну вот это... Нет, это гон реально. Как я буду садиться в автомобиль с зонтиком? Меню персонажа. Значит, у нас 7 уровень, 4 из 28 опыта, не такое. Сила, стрельба, кулинария, рыболовство 0. 56 тысяч он стоит новый, херня. Так, мы еще документы перса не посмотрели, они те же. 18.01.2002, ну почти не женат, United States, 69 тысяч айдишник. Я не знаю, сколько там уже айдишников есть. Управление грузовым легковым и врача. Дарья Вибер, Вебер. Здоров до 20.02.2020. Я же говорил, что я и начинал играть еще в 20 году. Блин, почти в 19-м. Лол. Прошло уже 2 года, выходит. Да. Скоро третий пойдет. А, поехали номера крутнем. Вот сюда. А потом поедем куда-то развлекаться. Что я хочу сделать? Так. О, какой-то мажор приехал. Мы же еще не проверили, он фате, не фате. Давайте где-то станем, чтобы никому не мешать. Вот здесь. Я смотрел всяких челиков. Надо на G, капот. И как-то теперь... А, смотреть. Во. Лучше двигать... Ага, я понял. У нас full stock. Мы будем слишком тупы, если мы сейчас потратим все деньги на номера. Снять с учета. Так, купить регистрационный номер. 300 баксов. 1000 баксов. 2000 баксов, 5000 баксов и 15. И давайте покрутим за 3000 по 300 баксов, я же любитель номеров. TVX789, ну, кстати, прикольно, пусть будет. 400, ну, тоже пусть будет. 141, херня, 337, херня, понял. Чё, может, гонку? Чё, у меня сток фул, там каких-то 100 баксов на пиццу. У тебя легкая, наполовину загнила уже. 990, а что мы выловили? 789, 400. Ну 400 это больше понт идет, чем 990, поэтому давай повесим 400. Повесить вот это, пусть будет. Так, гонки, создать. Подожди. Значит, старт, перемещение. Так, давай гоночку куда-то. Я вот сейчас выберу, куда хочешь. Можем по городу, можем за город. 2000, надеюсь, согласится. Так, я какую-то гонку создал. Посмотри, может, в телефоне она у тебя светится или нет? А, я не могу, нужен 5 уровень. А, блин, обидно. Ну ладно, давай, удачи. Можешь ментам гонку предложить? Ох, ебать, там девушка стоит. Девушка, вас подвести? Сильная независимая, блин. Давай на Раптор. Да? Понимаю. Нормально вообще мы в гетто заехали? Нам не страшно, нет? О, Феррари всякие.
Бля, интересно, мне отмычки же нет. А угнать я не смогу, да? Или смогу? Я нихера не смогу сделать, да? Открыть. У вас нет ключей. Я не могу ее взломать. Продать документы и прочее. Оттолкать. Блять. Да, они все закрыты. Жаль. Или не все? Ладно, все. Жаль. Ой-о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 й. Так, не, пацаны, вы не то, что мы подумали. Это не то. Мне было бы угарно, если не подъезжающая на лампе. Я такой стою, чисто в замке ковыряюсь. О, кстати, баскетбол. Давайте посмотрим, что это за баскетбол. Выкинуть мяч, бросок, поделиться, Е, перехватить мяч. Ох, нихера. Давай вот бросить. Прицел, это выкинуть. Прицелиться и бросить, да? Хера. В трехочковый. Давай, давай, давай. Ну? Я так и не понял, попал я, не попал. Офигенно. Скилл не пробьешь, короче. Так, что надо делать, когда хочешь заработать денег? Открывать карту и смотреть, чем же можно заняться таким полезным. Это что у нас такое вообще? Какие-то игры. Знаете, куда надо ехать, если у тебя мало денег? Говори, немного денег. Правильно, в казино. Погнали в казино. Я надеюсь, это не будет как с последней серии «Посмотри», где я все бабки всажу, как всегда. Так, R8, банан, тахо. В течение 3 минут ваша машина... Так, на стоянке. Бесплатно. Нет, если бесплатно, тогда почему бы нет? Все, L, закрываем. Блин, банан очень стильный. Капец, здесь очень много интересных автомобилей. Прикольно то, что здесь можно заходить прямо вот так. Это что у нас? А, банкомат. Конечно. А есть ежедневное колесо, которое можно крутить где-то. На карте вижу. Ладно, давайте купим фишек. Мы же все деньги всирать не будем. Значит, 10 тысяч оставим на всякий, на черный день. 109 фишек есть у нас. Я надеюсь, мы сейчас поднимемся. Сейчас такая бац, следующая ставка. О, чел какой-то выиграл 176 фишек. Нормально. А, вот и казино, кстати. Так, челы здесь крутят обычное казино. Ну, я бы тоже покрутил, но давайте лучше сыграю в очко. Его лучше шарю. Так, нет, не сюда. Это вообще разводняк. Вот сюда надо нам. Ставка 1.20, погнали. Ставка, давай 9 сразу бахнем. Все, давай, погнали. Сделай ставку, 9. Я надеюсь, я сейчас не всру подряд все. Или это покер? Нет, это блэкджек. Это очко. Я с другими челами буду играть. И можно и соло, как на Редмире, пожалуйста? 10. 16. Взять или... Два еще. Пожалуйста. Блять! Срал. Ладно, 10. О, карточки какие-то еще прикольные, GTA 5 RP. 7, 9. Не, ну я буду еще брать. Желательно бы сейчас бы туз ловить, чтобы 20 было. Было бы вообще топ. Блять, не, ну хватит. 18 это очень много. 13, 14, 18. Поровну, да? Понял. Ну давай 20, давай 20. Чтобы по-жирному было. 9 и без понятия. Можно мне сегодня, чтобы нормально что-то выпало? 10, 13. Бля, сейчас туз выпадет, я прям чувствую. Либо 10, либо еще что-то. Блять! Ладно. Ладно, 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 ладно. 30, а потом... Давай 30 в следующий раз поставлю, а потом 50. Максимальная ставка 20, понял? А, мы же за этим столом, понял? 20. Сейчас будем отыгрывать. Может, это и к хорошему. То, что я могу больше поставить. 16. Еще. 17. Блять, опасно, хватит. Можно? 15. 17. Все, нахер, я ухожу отсюда. Хотя сейчас был бы плюс. А давай где-то... Вот, 5-100, вот это поинтереснее будет. Давай 30-ку сразу на базу. Неудобно здесь сидеть, ну да ладно. Так, 4, 7, 15, хватит. Блядь, как вырубить голосовой чат, чтобы мне на ухо не говорить? 16, 17, давай 80. All in. Долго буду сидеть. Сейчас все всру. 4, 7, 15. Сейчас срал, вот срал, а смотри, от него будет 18. Бля. Ну почему? Ну почему, да? Почему он, а не я? А, вот, я так понимаю, здесь. Забрать, хотя бы на машине уже. Куда? А машина побита, я понял. Парковщик, спасибо от души. Ну что, пацаны, у меня на этом все. Еще раз повторюсь, выезжать из казино на автомобиле, это тоже успех, вот. Такой видос вышел, надеюсь, тебе он понравился. Вот так мы немножечко поразвлекались спустя 2 года на GTA 5 RP. Если честно, что-то опять загорелся начать играть здесь. И, конечно, хотел зайти на открытие Del Piero, нового сервера GTA 5 RP, но в первые минуты сервер был забит, он пару раз ложился, а потом сидеть 800-м в очереди, ну это бред, это полчаса или даже больше, чем полчаса, может, час сидеть в очереди, чтобы зайти в игру, а потом от тебя крашнет или еще что-то.
Я так на Дель Пьеро и не зашел. Поэтому буду ждать открытия нового сервера GTA 5 RP и скорее всего на него залетим. Или на Дель Пьеро. Потому что развиваться на Даунтауне я уже смысла не вижу. Здесь куча мажоров, у которых есть куча денег. Дома по бешеным стоимостям. Про бизнес я вообще молчу. Пишите в комментариях, на каком сервере GTA 5 RP вы играете. Будет очень интересно почитать, стоит мне сюда переходить или нет. Ну, с тобой был Эван. Обязательно нажми на лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ, поддержи меня. Напиши любой комментарий, подпишись на канал, здесь выходит очень много интересного, полезного, веселого контента. Колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым. Ну и всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока.